Вот такие бутылки молочной продукции скоро появятся на прилавках магазинов. Кефир, сметана и творог местного производства от сельскохозяйственного кооператива «Кневичанский», который стал одним из получателей государственного гранта по программе «Кооперация». На эти средства было закуплено современное оборудование и отремонтировано здание старого молокозавода. Сама идея «Кооперации», она достаточно не новая. Во всем мире она пользуется большим успехом. Создание такого кооператива позволит мелким товаропроизводителям и средним в том числе создавать свою продукцию и на базе этого кооператива получать очень качественную и конкурентоспособную продукцию. В соседних Королевцах весной будущего года откроется семейная животноводческая ферма, которая предполагает работу именно семьи, в среднем 2-3 человека. И труд здесь максимально механизирован. На ней в сутки планируется производить 2000 литров молока. Такое хозяйство первое в Артеме и четвертое в Приморье. По словам специалистов в области сельского хозяйства, за этими комплексами будущее. Конкуренции такие фирмы не боятся, у них свой рынок сбыта. В отличие от крупных производств, они реализуют молоко непереработанным, без лишних примесей. В завершении поездки глава округа посетил питомник плодовых и декоративных культур.